Всем привет, дорогие друзья, с вами Тутемпаут, а в этом ролике мы сражаемся с трайбом пираты, который нагло у нас начал отбирать пещеру на Рагнарёке, ну и вот мы им решили дать ответный удар. Ну что ж, всем приятного просмотра. Да мегалания круги наяривает. Ну погнали. А сейчас прикинь, ё-моё, тупо этот, как его? Ой, блядь. Оглушение. Блядь, не туда. Ну, брат, Ну, я немножечко не туда, я забыл, что надо. Вот это вот, санину, взорви мне еще. Да а и ты чё, буйная, что ли? Ау, ты чё меня ба... Ты чё меня ба... забагал, а? Дай, а ты не умеешь ломать камень? Умеет ломать камень из структуры голем. Умеет? Да, ну, смотри. На. А, стой, не то делаю. На. Вот так вот качество. На. Как? Бля, чисто летает, сушит. Так там есть турели или что? Ну ты можешь зайти посмотреть, есть там что-то или нет. Ты мне вот это взорви. Так, да по воде обойди, господи, что ты без рук. Сейчас дай только хакну, блядь. Все, иди, наступай. Вот на. Так, хорошо. Пошел. Чпойн. На, тупо. Да иди, что ты за куда? Ну все, Харс, я пошел. Да? Мне тоже стало интересно. Фигня какая-то, там, я зайти не могу. Жирный. Смотри, это кто? Это волк? Да, это волк, смотри, волк. Если волк, да. Волк, то волк не волк. Так. Забираем венс из гейника, вырубаем гей. Так я не понял, у них ничего нет. А, что нет, ли? Там есть турель. Да. Еще там. Бану. Да давай просто я сейчас магмазавра поближе подведем и расхерачим это там все. За шо? Да за шо ты мелкого агента? Опыт. Он только, а, у меня не родился. Будет опыта. Ай, попадание. А чё это? Хренак не он в геник? Так ты отведи. Отвёл. Это не было. В тебя ещё бы попаду, ты отошёл бы. Да, отошёл бы. А то мало ли он сюда попадёт. Да куда ты? Нихера ты побежал. Совсем что ты хочешь? Там внутри. Чё, залетело? Да мне ближе подойти надо просто. Бля, он плавать умеет. А, волк горит! Волк горит! Волк! На, сука, получай. Волк! Волк! На, сука. Так, что нам? Хорошо, тебе надо немножко под уголком. На, сука. Она. Нихрена ты бахнул там. Давай еще. Блять! Разряжай, да. Иди, кто там сзади, блять, Карс, съебись нахуй, не могу. Да я отошел. Да хуй ты то, отсебись от меня, говно. Ворона! Ворона! Я вообще попадаю. Да, она достойно сражается на самом деле. Она проиграет. Гандош. Умри, мразь, ё-моё. Да сколько хп у неё? Да сядь ты на голема, ушатай её с голема. Ну чё ты встал-то? А, далее. Я стреляю с винтовочки. Бля. Какая она жирная. Да блин, попасть не могу, прикинь. Да, такая с танком, танками, хуя. Блин, она... Короче, я сейчас вот так вот сделаю. Найс, как сейчас. Она застряла. Ай-яй-яй. Ну-ка, дай-ка, во, давай, юна. Она бей. Что? Она бей. Какие вальтаны. Она бей. Сколько у этой мрази хп? Не знаю, на тебе вдобавочку к камням. Наконец-то.
Простой предмет седло дали. Поломал. 5 косарей у него хп было. И седло. Ну-ка, гляньте, я сломал там что ли? А вот сейчас, блин, ты такой толстенький, конечно, парень, не очень хороший. Простите. Ну, геник, если сломал... А, но нет, сломал, мало, работает. А там... Вот... Подожди, давай, наверное, сломаем. Тут еще один геник сбоку стоит. Давай их, наверное, с той под пивом надо. А там точно горный элементаль не входит? Не входит, там надо не, под пивом. Там под пивом. Давай надо с той стороны просто поломать. А, ну давай с той. Мехом ломать. Мехом нельзя. Мехом не интересно. На магмазавре покрыть. Нахера мы их вот так. А ты, мне кажется, не это, без. Ты же в воде будешь стоять. Зря да, ты на кораблике. Ты их китайскую конструкцию сломаешь. Надо вот. Зарядочка, по-моему, невозможно, разве? Зарядочка. Да, да. Тут ой, это. Ему надо было на плоти плыть. Да. На плоти. Сталин, ты где? Забери горного или медаль. Ну или ты можешь как баллистическая пушка зарядить. А ты чё, ну давай, куда по... куда пошёл-то? Ты я чё, Кара, стой на месте, ты куда побежал? Все не разберешься, в чем смысл вообще жизни, что ли? Ну, давай, слезай. Наконец-то, я думал, ты сзади там стоишь, пауков ждёшь, а так не все это время. Так, вот скажете, долетит чи нет? Хуя. Кажись, не долетит. Если что, я не долетает. Нет! О! А! Да! Да, или нет? А что ты там стоишь, долбишь? Не подойди там, по тебе будут стрелять турелич. Да не будут они тут по мне стрелять. Во! О! О! Тебе надо туда попасть, там капканы. Туда капканы мы можем руками помочь. Прям туда и... Там большие капканы. О, капкан попал. Блин, Карас-то за плотом пошел. Ты на плоту плывешь. Да. О, нихера себе, я сказал у вас. Ты смотри. А, ну так, блин. Фигач. Таким пизда вообще. Так, а ты попадешь? Поворотом точно попадешь. Ну, было бы неплохо в капкан попасть. Да и чё тебе это так? Да я их сломал! На! Сколько? 184 тысячи урона, нихера! И шо там? Там металл ворота дальше. Сейчас я сломаю эти капканы. О! Откуда? Мне надо, знаешь, как встать? Ломай капканы. Ага. Мне, Дань, надо на камень встать, короче, который за тобой будет. Один сломал. Да их не капканы это. Кто о, ворот? О, пришли. Дефаются, дефаются. Да ладно. Дефаются. Не рофлю. Карас. Манагу да достал. Блин, он меня снял. А где Манагар? Бьет. Бьет. А где Манагар? А где? Да. У меня в данных был. Блин. Перестань, и как его достать? Сейчас давай, достану, Манагу, сейчас достану. Садись на этого, на голема. На голема садись. О, ебать, что я сделал? Э, алло, ты рофлишь, нет? Карл, какой дымок? Там к тебе летит аргент. Я понял, что он мне летит. Включай эту плювалку. Да пиздуй нахуй, блядь. Да где аргент? Где аргент? Сейчас, 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 сейчас беру Манагу. Да сука, он меня взял. Блин. Врежь, ты где? Да я летаю с ним тут на аргенте. Блин, пинга. Блин, вы пинга тут или чё вы где? Бахин, конечно, где он мясо? Там, сзади, он сзади, сзади, сзади. Да где сзади-то? Вот тут где он?
Вот, Толя пришел. Он улетел куда-то за гору. За гору? Мне я надо доломать ворота ему. Ломай на плоту давай. Он дефаться пытается. Ну так везите сюда. О, так, чё ну, он я там? Плот, я плот. А так ты на него встать можешь, алло. Ну так идите со мной, наверное, он меня достает. Да, Карас, чё как дубин, нахрена там стегу ломаешь? Да потому что он нагрелся там. Ебать, да, ты просто на пробел вот эту хуйню делаешь. Понятно, понятно. Ну, вроде не так. Чё там, уло, где там этот? Вон он летает у горы, видишь? Ну, защищай, защищай. Мороз, горы летает? Пизди этого гандон. Где он? Да. Ну ты ж только что над ним пролетел, Даня. А я его слепой. Вижу, что ли? Вон он летит, да вон он летит. Да, вот его убили, турели. Да, турели. И чекай, что там с него выпало. Я пока расхерачиваю. Лошара, ё-моё. Какой кошмар. Санина. Сейчас смотрю, что с него выпало. Мразь, ё-моё. На турели. Давай я её разрежу, давай я её разрежу. Ну, посмотри, давай. Чип-чоп. Боссов, о, да. Бета-дракон, бета-мантикора, интересно. Ну, в натуре йохухон, понимаете, какой придурок. Ой, йохухой, головный пилят. Да за что реально, я вот понять просто не могу. За пиляры, скотина, я эти пиляры кра... Чё, ребята? В натуре. Да, это все, что у них есть. Бета-мантикора, бета-дракона, ага. Не, понимаете, тут в логах вот до этого даже показывал, что они сделали. Ну что, вынесли так? Да, выносим. Ты шо, они столько накидали туда патронов, и тут шо, тупо кара стоит. Карас красавчик. Я стою жопой, ё-мыло. Карас красавчик. Ну, спасибо. Да он врет, он бета-мантикору с драконом прошел. Такой мейн. Вован Варк заходит! Да, Вова. Тебя нам здесь не хватает. Но... Вова, ты поздно. Ну, если хочешь, можешь присоединиться на Монаге. Иди ко мне. Ага. Ничего там пишет. Мне интересно, он дефаться будет или чё? Он там живёт теперь. Короче, я как понял, пацаны, надо на Рагнаре в подводку ещё нашу сходить, поняли, да? На тусики разрядить. Всё поняли, да? Я устал, сколько он в эту... Сколько вы тут 3 патронов сунул? Да не ной, давай. Да не пришел ты из Атласа, ты родился в Арке, блин. Родился там. Я родился вообще в Майнкрафте, начнем с этого. Блин, ну как-то неинтересно, полетал на Аргенте, я-то надеялся его слить. О, Катька. О, это помнишь ее? Мы пошли фармить кристаллы, тут эта баба чисто на... и пацан на дрей. Угу. Там чья-то Монага стоит такая, это не важно. Все?
Слава богам. Все? Ну все. Да не все, нифига, иди назад. Чё? В смысле? Тебе вон в добавочку дает что-то. Да ничего ему не дает. Да вон ему дает, вот это вот, вот это. Отойди! Все, 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 все. Горящий демон, блин. Черупы. Ну-ка. Мать. На. Давай еще раз зайди. Что еще? Дай, дай еще заряжу. Какая демон. Да мог бы я ближе. Ближе. Хуя. Да. Все, Карас, разряжай. Так, интересно, он мне насколько броню поломал? Да вообще броню не поломал со своим аргентом. А, стоим. Мне тоже так тут не ломал. Да он тупо поднял, я ему настрелял в жопу. Так он мне по одному там наносил. Надо было топором хреначить аргента. Я вот так был вот усыпил. Подойду просто. Пододвинь. Да блядь. Сюда бы попил. Интересно, а может он сейчас что-то серьезное принесет на деф этой фигни? Вообще, наверное, ничего. Подозрительно чего? Подозрительно. Ты сейчас надо сразу брать мозика и идти в пещеру под воду. Ну, кстати, там, да. Там, наверное, трансмит стоит, и он сейчас туда все увозит. Да. Хотя бы, ну, блядь, как-то так. По-любому надо ему не давать передых. Ах, если бы Вова был здесь, он бы зашел тут. Так Вова здесь. Побил бы его. Так это что там за звуки? Это моногарм Иосифа, и он летает тут, забей. Кого он там не пашет? Да никого, проверяй обстановку. Ой, блядь, аж просел. Да у меня-то не просело. Там буквально секунду. Давай еще раз, как раз проверим, что там. Разворошили осиное гнездо. Мы ему, кажись, кровати просто сломали или что. Так, дайте зайду. О, аргент умер. Так, аргент умер. Все это конечное, да? Да все, да, кажись, конечно. Да. Смотрите, что в этих. Магазин. Это что? Кормушка хуйня. Сенч. Так, большая грядка. Хрень, так, промышленная плавильня. О, стак металла. Станок. О, еще металл, полимер, кристалл. О, яйцо аргентависа, слышите, оплодотворенное. Обсидиана до хера, кстати. Оплодотворенный аргентавис. На, ты здесь сможешь поставить трансмит? Ну, сходи за ним. Плавильная печь, дерево, там лежит дерево, уже нам не надо, наверное, да? Сходи за трансмитом. Ой, у них тут вяленое мясо, я это заберу. О, заберу. Так, ну смотрим, значит, так. Хуйня? Ну да, а мы что ожидали? И что, нету холодильника, что ли, вообще? Тут есть был холодильник, в нем как раз таки это было, как его зовут? А, вяленое. Вон у него кровать. Не. А, ты пора. Вот кровать у него, алло. Сишку. А стоп, у меня есть сишка. Блин, нет сишки. А где кровать-то? Да вот она. О, у этого сейф закрыт. А, блин, это... А, вот ты, ё-моё, я думал, то ли это ты. Ща. У этого черепа... У тебя сишка есть? Ну да. Давай. Отойди. Фига, я там бахнул. О, сейф, кстати, пацаны. О, еще один. Спрятан. О, открыт. Серьёзно? О, живка, креопод. Погоди, не собирай, дай посмотреть. О, тут, кстати, в принципе, неплохо. Ты чё, живку забрал уже? Ну нафига? Да дал бы за себя. Да тут было. Там анкила, да? О, трицератопс 220. И арген 224. Ради аргента можно было помучиться. О, Дань, вот металл, короче, я не буду его фармить, пошёл. Легенда, вон много чё. Ну надо трансмит, короче, тащить. Вот они, мои кукулинские леггинсы, смотри-ка. Леггинсы кухулинцы. Да. Кухулинь, ебать. А что в этом лежит? Какие аргенты могут? Интересно. Ну, собственно, а баранину брать, кстати, или не надо? Заберем все. Собственно, живки не вижу, значит, у них где-то еще есть. Так, ну давайте еще сейф вот этот взорвем или магмазавром его бахнем. Да сейчас, подожди, да я ж подоберу. Да пусть он принесет сначала это, сейчас загрузим.
Я сейчас как бомбану сейф, смотрите, Юна. Так подожди. Блин, ну знаете, если живки нет, значит. Значит, он это все увез в пещеру. А может бомбануть? Так, в смысле, может, что? Там. У него же там мейн. Ну так это было всего 3 криопода, алё. А, да? Всего? Да, всего 3 криопода было. Вов, причем там такие, где? Ну из этого всего мы максимум анкилу, может, использовали бы. Ну, анкилу. Я хочу нажать на эту кнопку, пожалуйста, дайте мне. Да погоди, Вов. Ай, бля, Вов, там, ты где? Жми, Ты и поплыл смотреть пещеру? Не, понятно, короче. Да, 4 человека. Я того не знаю. Не, ну штаны, кстати. Значит, фигня какая-то. Силуски. Не, штаны на 290. Да, ты посмотри на меня. Ой, фу, фигня какая-то. Ля-ля-ля-ля. Так, ну чё, ставим трансмит. А, слишком близко к чужому фундаменту или ворот. Дайте кого-нибудь шокером ударю, чтобы не пропадал. Вот я могу сюда поставить его. Ну вот пусть здесь и стоит. Все, погнали, загружаем. Трансмит взяли? Да, взяли, конечно. Блин, мы его изначально взяли, алё. Ой, а штаны-то хорошие, кстати, у него выпали. У него там принт, наверное, на эти штаны лежит. Вов, ты сейчас это, ты не резайся. Ну круто, он вошел. Чего не резаться? Ты не резайся на кроватях, ты плыви в пещеру нашу. Ту. А чё, мне сразу все в данные засунули? А, да. Где у нас хер была по карте? Пещера, она у нас была, смотри, так, этот, 10, даже, наверное, не 10, а 8 на 20, примерно. Понимаете, у нас 3 плодотворенных даже... этих, аргентависа. Там оно выглядит как, короче... Чё, саму достай, кстати, похилить этих? Там будет такой мост, типа... Доставай. Под, да, и вот тебе под мост надо. Там будет огромный кратер такой, да, и в кратере будут вот эти большие водоросли. И там еще будет, ну, скелет такой лежать, типа. Вот туда тебе надо. Ну, бензин, ясно, где его забираю. Блин. Ой, простите. А моногарм где наш? Пацаны, пацаны, вы где? Алло. Я в воде плаваю. Ты Карлсон, что ли? Я вот меха сейчас спас, вот сижу в будке. Какой Карлсон? Ты долбоёб, что ли? Мы пошли. Да это ты долбоёб, блядь. Даня, ты прежде чем обзываться, ты подумай сначала, за что. Мы пошли с Карлсом смотреть жив. Да, а где моногарм? А это чмо летает на грифоне. Вот я и плаваю в воде, плыву он до не один. Этого самого. Просто потому, что меня убьет. Он Караса пиздит. Ты, блядь, в будку пошел сидеть, а? Караса пиздит там на сайте. У меня просто... этот мех с собой. Просто возьмите моногарма и убейте. Я не могу трансмиттер сделать. Далеко. А что нас бьет? А, это в меня стреляет. Я не в тебя стреляю, я в него стреляю. Сову спрячь. Надо заморозить. Ой, блядь, стреляют, стреляют. Нет, сучка. Так, пока по тебе стреляет, по-быстрому-то. Сука, да иди сюда, блядь, куда ты ушел на своем ебучем мехе? Тут пиздят этого самого, ты съебался куда-то, как... Он меха почти убил. Да поебать на меха, меха сделать легко, да. Блядь, этого гондона, если убьют, что я сделаю? Блядь, сука. Блядь, меня схватили. А у тебя что внутри есть? У меня во мне криопод с демоном. Там какая-то мерзость стоит со снайперской винтовкой и стреляет. Ну чё, Санина? Тихо. Где тихо, он? Тихо. Да он у коробки. Блядь, сейчас до коробки почти добежал. Всё, вау! У них это респа. Я заметил. Яна? Примерно да. Там, короче, знаешь, как такой кратер будет глубокий. Я вижу водоросли светящиеся. Я помню, говорил. Да, светящиеся водоросли. Сразу. В лощину спускаешься аккуратно. Ага. Да, и там еще мост типа такой должен быть. Ну. Что-то я
Ты же на 10-20, да? Там... Ну где-то... Да. Тихо. Скажите, если голем упадет, то, понимаешь, было бы уже спокойнее, если бы он не упадет. Так. Чего на него прыгать? А тут, как я понял, можно уйти назад или еще лучше спуститься. Тут уже в другом вопрос потом, в криопод засунуть можно. Спустись, плавай под ногу. Тебе там на базике никто ничего не сделает, ты жишки вообще. А тот базик где? У меня в данных. Я его в данные сунул. Так. Все глубже и глубже. Пустите чуть-чуть. Вот только какой-то пассажир испугался. Опускайся. Я не сел. Подожди, хабры, не сел. А если ты сядешь, тебя перенесли, ты тебе это? Вот это мы, нам предстоит узнать. У нас вот есть птицы, можем их натравить на кого-нибудь. Ну, если так получится, сейчас. Доберем. Давай вот так вот. Сделаем еще, если что. Давай я винтовку тоже вложу в тебя уже. Все. Поехали. Так, тебя не сядешь. Меня отпускали. Ну, народ, погнали. Да, тут, кстати, это кислород дается, если что. Кислород дается? Да, видишь. То есть можно не в баллоне? Да. А как мне лучше, блин? Вот так, как я сейчас стою, или как? Вот лучше, чтобы у тебя вот этот горб торчал наоборот вверх, понял? То есть тебе голову надо вниз отклонить. Не, у меня все равно тратится кислород. Карас, ты красавчик, надо будет. Ты, наверное, слишком высоко просто. Ну да, я высоко. Надо будет с тобой еще. Вот там слева, ой, от нас слева, да. О, смотри, Толя, тебя... сейчас скажу. Для твоей стороны слева прям очень близко тот с турелями. Это вот я сейчас смотрю в пещеру, а не на выход. Или вот смотри, как ты говоришь. Ну, типа, если просто с твоей стороны, то слева. Ну, вот куда ты вот на меня сейчас смотришь, если, у тебя если, слева если сзади. Сейчас, если сейчас Карас поедет налево. Если ты поедешь налево, в тебя начнут стрелять слева. Да, логично. Давай тогда я чуть-чуть подразвернусь, вот так вот встану. Да, я тяни... Стоп, мне придется задом звать, я не умею боком плавать. Ну, пиздец, ну давай задом тогда, как-нибудь придумаем. Как-то так я встану. Хорошо, у них низкий радиус, значит мы по идее можем... Толя, спиной, жопой, вот на меня лицом. Стоп, тормози. Да, я стою. Ну вот, на тебя лицом. Вот, на меня и нагнись побольше, и задом сдайте. Сдаем, да? Я нагнулся, но... Да, задом. А, как бы по мне начали сбоку стрелять. О, пошла. О. Ага, вон скотина грапает, ага. Ах, пидрил.